24 августа в ФОКе имени Ивана Дворного прошла открытая тренировка баскетбольного клуба «Нефтяник». В новом чемпионате команда будет выступать в премьер-лиге. В начале занятия волчицы отрабатывали действия в атаке с акцентом на внезапность и хорошее взаимопонимание. Съездили на первые сборы втягивающие. Девчонки как бы постепенно пришли в какие-то кондиции, в которых мы теперь можем начать основную работу. Мы, в принципе, подбирали игроков, которые должны бежать, атаковать, более стабильные трехочковые и играть быстрый баскетбол. Но насколько мы сможем сплоченно сыграть в защите, тоже покажет время. Для этого мы тренируемся, для того, чтобы было понимание. В «Нефтяник» приглашены 7 новых игроков. 2 баскетболистки, атакующий защитник Анастасия Алексеева и центровая Виктория Пономарчук, ранее успешно выступали за нашу команду и вернулись в коллектив. У центрового, так же, как у любого другого игрока, много задач. То есть нам нужно и подобрать мяч, конечно, и видеть площадку, безусловно, чтобы видеть, куда отдать пас. И уметь самому обыграть. Пока мы еще особо много не играем в соперничестве, так скажем, 5-5. В принципе, уже находим друг друга, уже маленько приходит понимание. Также в «Нефтяник» перешла опытная центровая Альбина Хамитова и несколько скоростных результативных баскетболисток. Атакующий защитник Юлия Захарова, разыгрывающая Екатерина Крылова, 2 форварда Ксения Шарова и лучший снайпер минувшего сезона в Суперлиге 1 Дарья Левченко. В Суперлиге я доказала. Теперь хочется в Премьер-лиге доказать, что я хороший игрок, и не зря я там была. С девчонками у меня была только буквально третья тренировка. Потихонечку Елена Ивановна мне дает комбинации, которые они отрабатывали на сборах, я с ними не ездила. Поэтому все нормально, втягиваюсь. В игровых отрезках тренеры постоянно варьировали составы. Новые спортсменки выходили на паркет с баскетболистками, которые выступали за «Нефтяник» в минувшем сезоне. С девчонками в первой половине сборов отрабатывали больше индивидуальные навыки. Сейчас приступили к тактическим взаимодействиям. Учимся понимать друг друга, чувствовать. Думаю, этот сезон для нас будет очень интересен, потому что новая лига, новые возможности. Будем играть против самых топовых игроков России. И хочется радовать болельщиков. В середине августа «Нефтяник» проведет второй тренировочный сбор. Он пройдет в Республике Казахстан, в городе Щучинске. Затем «Амички» выступят во Всероссийской спартакиаде, а в сентябре сыграют в 2 предсезонных турнирах в Новосибирске и Самаре. Oh.